Тела россиян были обнаружены на пляже Натадола после двух недель поисков с привлечением дайверов. Их вынесло на берег волной. Через Интерпол в Россию отправлен запрос на подтверждение личности с помощью ДНК-экспертизы. Ранее был найден принадлежавший супругам внедорожник Toyota Land Cruiser, внутри которого полиция обнаружила женскую одежду и паспорт Шипулиной. Правоохранители расследуют гибель пары по статье «Убийство», несмотря на то, что у побережья Фиджи водятся акулы. В полиции также подтвердили информацию, что в доме супругов пропала бензопила, которой мог воспользоваться преступник, чтобы избавиться от тел. Сначала полицейские нашли фрагменты ступней обоих россиян. Они были завернуты в сетку и придавлены камнями. Их выбросило на один из пляжей. Чуть позже там же нашли и часть других останков. Однако следователи до сих пор не могут найти мелкие фрагменты тел россиян. Известно, что к расследованию убийства подключился Интерпол. Напомним, супруги жили на Фиджи в течение последних 5 лет, переехав из Рязани. Они занимались фермерством, продавая овощи и фрукты на местном рынке. Бизнес-партнер россиян Андрей Лузаненко рассказал, что в последнее время они столкнулись с повышением платы за аренду земельного участка под ферму, которую они создали на острове. Кроме того, в прошлом году урожай оказался небольшим из-за постоянных циклонов. В результате Шипулиной залезли в крупные долги, а их фермерская деятельность оказалась на грани банкротства.